Peggy 12.
совсем плохо. Можно сказать, не жилец я. Есть, в принципе, дубль. У нас не осталось кораблей, это поражение. Пипец вообще. А народ не, на таких кораблях и не справился. Ой, рандом. Это рандом. У нас тут, в принципе, все нормально. Что мы можем еще? Наверное, что-нибудь еще купить. Еще да, есть возможность купить еще 43 у нас сейчас 720, все еще по-прежнему 43 уже 17. Ох, попробуем. Попытка номер два. Вечером посидеть, отдохнуть на доме. Внимание всем кораблям! Наша задача — захват вражеских станций контроля. Скорость захвата маяка увеличена на 20 у перехватчика диверсии. Thank you.
Новая задача. Уничтожение маркированных объектов. Приступаем к операции. Уничтожение маркированных объектов. Слушаюсь. Выполнять операцию. Может быть, в этот заход у нас народ не сдохнет? Сейчас папа в космосе. Папа мир спасает. Твою мать. Не, мы установимся. Нифига, мы просто так производили. Сам себе. Почти 3000 очков. Это неплохой результат. Ну и вообще посмотрим.
Ну давай посмотрим. За вами, архаровцы. Ну вот что ты здесь делаешь? А чё единицу не нажимаешь? Дальний удар. Так лучше ждать, пока тебя не убьют. Собираем трофеи. Пожинаем плоды. Ну, кто-нибудь поставит, что я хорошо летал или нет? Нет, наверное. Никто. Никто я не поставил. Поздравляем, капитан. Блистательная победа. Да. Что у нас по этим? Ну, неплохо. Так, что у нас? Уж ПВП попробуем. У нас ПВП. Простой ПВП. Корабли первого, третьего уровня. Течь один. В одной команде. Резисты. Ну уж на дальнем. Это команда. Исчерпать очки. Я даже не знаю, на чем я. Понятно. Входим в сектор. Страшно. Семь второй раз ошибку допускаю, прям в упор стреляю из ракет. Ну, не страшно. Thank you.
Неплохо. Ладно, попробуем с дальней позиции. Что у нас 2002 метра с 2 метров надо посылать. Давай. Давай вот эту возьмем все-таки. Какая-никакая нашим помощь. Благодарю за помощь. Без комментариев. Без комментариев.